12 декабря президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, прибыв на аллею почетного захоронения, посетили могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также возложили цветы к могиле спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифханом Алиевой. Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева. К их могилам возложены цветы.